Ближе к вечеру 19 июня, начиная с 16 часов 40 минут, Государственная пожарно-спасательная служба приняла 19 вызовов на ликвидацию последствий урагана, который пронесся над Даугавпилсом. В эпицентре стихии оказались микрорайоны Северный, индустриальная зона на улице Мотору, спальные районы на улице Спалю, Лидутаю, а также старый Новый Форштадт, Межцемс и новые стропы улица Дзиндеру. Ветер сметал все на своем пути. Деревья, которые ломались, как спички, фонарные столбы, которые сгибались, как будто бы они вовсе не из металла. Вихри ломались и крыши домов. Ветром шифер разметало на мелкие фрагменты, не устояло перед бурей и металлическая кровля. Так без крыши осталось производственное здание на улице Мотору. Кроме этого, ветром были выбиты стеклопакеты и разбиты солнечные панели. Ничего не осталось и от конечной остановки городского автобуса, следующего по маршруту номер 13. Бревенчатая конструкция просто разлетелась. Последствиями бури на Старом и Новом Форштадте стали поваленные деревья, сломанные ветви и сучья, поврежденные заборы, кровля крыш, в том числе и многоэтажных домов. Один из них находится на улице Авеню. Но, конечно, частному сектору досталось больше всех. И сегодня кто-то уже сам пытается ликвидировать последствия урагана, а кто-то ждет помощи от самоуправления. 2-3 минуты. И за 2-3 минуты вот такое случится. Это первый раз в жизни я видела такое вообще. Я видела, но только в телевизоре. Понимаете, вот как показывают, ну, там, да, Африка или еще где-то. Я в шоке. Вы представляете? И главное, ничего нельзя видеть. Вообще не видно ничего. Представляете, я не поняла, что не по земле там, а по воздуху все летало. По воздуху. Где это видано, где это слыхано. Это ужас один, ужас. Я сидела дома, но не видно, не сгибало. Прямо ужас. Как затрещало все. Вон там пол крыши снесло. У вас все застраховано или приобрели? Застраховано, слышите. А я уже позвонила, сказали, приходите с утра. А я говорю, а крышу половина там сорвала. А дадим только, сколько эти самые сорвало листов. А там остальные листы побитые, висит вон над входом. Очевидцы говорили, что нечто подобное они видели только в кино. Ураганный ветер приподнимал в воздух мусорные контейнеры и биотуалеты, установленные на детских площадках. Вокруг летали обшивки балконов, козырьки, оторванные баннеры, вывески магазинов, парикмахерских и не только. Потом их находили на территории других учреждений. Одним словом, кошмар. Спустя сутки подводить итоги ущерба, который нанесла горожанам стихия, пока преждевременно. Сегодня все силы брошены на расчистку территории. Сразу после бури была обследована территория города, сколько могли. Значит, сразу привлечены все бригады, которые на данный момент были дееспособны. Спасибо нашим пожарным спасателям, значит, они сразу подключились к работе, были подключены наши бригады, это Лаби Картошина, ну и довольно много частных людей, которые сами помогали убирать территорию. Да, последствия хорошие, страшные, вся информация будет собрана, и, ну, это где-то в течение недели. В этот вечер ураган прошелся и по территории Аугждаговского края. В итоге в двух частных домах, расположенных на территории Калкунской волости, были полностью снесены крыши домов. По предварительной информации, основные последствия урагана, если мы говорим об уборке городских территорий, пострадавших от стихии, будут ликвидированы к концу этой недели. Все, что касается ремонта крыш частных, многоквартирных домов, заборов и других поврежденных конструкций зданий, то эти вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. И в этом случае собственники, чьим домохозяйством был нанесен существенный ущерб, могут обратиться за помощью в самоуправление. Об этом сообщает социальная служба. Обращаем ваше внимание, пособия смогут получить только те лица, чье место жительства задекларировано на административной территории Даугавпилса. Одно домохозяйство сможет получить финансовую поддержку в размере до 3000 евро. Для получения пособия необходимо предоставить заявление, документы, подтверждающие наличие кризисной ситуации, размер ущерба на основании акта обследования, которое можно получить либо у обслуживающей дом организации, либо у Государственной пожарно-спасательной службы или же у страховой компании.
Также необходимо предоставить смету с предварительными затратами на предотвращение убытков, а также смету с предполагаемыми расходами или чеки, если лицо покрывает эти убытки самостоятельно, то есть делает ремонт своими силами. К слову, ущерб, нанесенный стихией транспортным средством, самоуправление не возмещает. Более подробную информацию горожане могут получить в Центре обслуживания клиентов социальной службы, расположенной на улице Лачплаша, 39, или по телефонам 654-49-907 и 8-300-69-66. Президент Латвии Эдгар Ринкевич обратился к депутатам Сейма на последнем перед летними каникулами заседанием парламента. Он подвел итоги первой половины этого года и посоветовал народным избранникам в будущем более оперативно решать поставленные перед ними задачи и, главное, по существу. Цитата. «Если мы не хотим проснуться в настоящем кошмаре, мы должны немедленно обеспечить достойные условия труда и оплату полицейских, пожарных, спасателей, пограничников, сотрудников учреждений безопасности нашего государства. Суды должны использовать полномочия, предоставленные законодателем, чтобы показать, что Латвия не допускает угроз своей безопасности и что наказания за преступления против государственной безопасности являются адекватными». Президент уделил особое внимание вопросам экономического развития страны, подчеркнув, что обществу необходимо реальное улучшение экономической ситуации и реальные возможности. И если каждый день в дискуссиях политики будут повторять только то, что нам не хватает производительности, банки не кредитуют, то у нас ничего и не получится, сказал президент. Перемена – это договоренность, а договоренность – это и отказ от каких-то своих желаний, частных, личных, во имя общего блага всех нас, подчеркнул Эдгар Ринкевич. Доступен ли сигнал латвийского радио и телевидения в приграничной зоне? Да, доступен, причем очень хороший. В этом убедили журналисты латвийских СМИ во время организованной поездки вдоль восточной границы. Как вблизи Беларуси, так и в паре километров от российской границы специалисты Латвийского государственного центра радио и телевидения провели необходимые замеры под пристальным оком акул-пера. Проблем выявлено не было. Мы раз в год объезжаем 100 мест в Латвии, чтобы провести необходимые замеры зоны нашего вещания, дабы убедиться, что предоставляемые нами услуги соответствуют необходимому качеству, объему, который мы обещали. Восточное приграничье – это традиционно интересное место, поэтому в этот раз к нам присоединились коллеги из различных организаций. Мы нередко в обществе слышим жалобы, что на восточном приграничье радио плохо ловит и телевизионный сигнал скачет, поэтому мы и проверяем здесь, как все работает. По словам Вины Этеспругайны, в последние несколько лет жалоб стало меньше. Однако, если они поступают, специалисты центра стараются сразу же выезжать на место, чтобы выяснить, почему пропал сигнал. Причин может быть несколько. Нужно признаться, что причины в основном бытовые. Если речь идет о телевидении, то чаще всего мы говорим о несоответствующей антенне, которая из-за срока службы уже устарела или повреждена. Особенно часто это происходит по окончании зимнего сезона. Тут может и вода попасть в место соединения антенны. В итоге человек констатирует, что у него не показывает латвийское телевидение. Конечно, в основном сразу многие думают, что причина в вышке. А на самом же деле нужно проверить свою антенну, исправна ли она. Еще одна причина – неправильно повернутая антенна, и с этим мы столкнулись во время поездки. Одна женщина в Лудзинском крае пожаловала, что не показывает телевидение. Подойдя к дому, специалисты обратили внимание, что антенна повернута в противоположную от ближайшей вышки сторону. Это может сделать сильный ветер, после которого люди замечают, что сигнал пропал. Но винят в этом якобы проблемы на вышке. Важное значение также имеет отдаленность вышки. Если она находится на расстоянии в 30 и более километров, то простой комнатной антенны будет недостаточно. Нужно установить антенну на крышу и повернуть в сторону вышки. Что касается сигнала латвийского радио, то замеры делали в том числе, используя радиоприемники. В первом случае речь шла о хорошем, достаточно дорогом аппарате. В руках Винаты же было дешевое радио, цена которого до 20 евро, при этом еще и с поврежденной антенной. Сигнал ловили оба аппарата, вот только качество звука заметно отличалось. Дешевое радио трещало.
В последние несколько лет Латвийский государственный центр радиотелевидения реализовал несколько очень важных проектов, в том числе для улучшения вещания в приграничной зоне в Латгалии. В Скайской волости была построена вышка. Подобное строение появилось и в Айспорве бывшего Вилюкского края. Мы решили здесь вопрос, который связан с вещанием в приграничье латвийского радио и телевидения, улучшением сигнала, вещанием бесплатного телевидения, общественного телевидения, его обеих программ, коммерческих, которые включены в бесплатное вещание, а также три программы латвийского радио здесь, Скайсте. В Вилюке доступны две программы. Благодаря этим вышкам удалось решить и вопрос с зоной мобильных операторов. В последние лет 15-20 центр старался улучшить вещание, в том числе строя новые вышки. Делалось это постепенно, так как некоторые объекты требовали очень больших средств. Кроме того, важно понять, что этот вопрос требовал и политических решений. И сегодня на самом деле ситуация в Восточном приграничье значительно лучше, нежели, например, в некоторых местах в Курземе. Учитывая проделанную работу, в последние годы количество жалоб действительно существенно снизилось. Однако, если проблемы возникли, связывайте с Латвийским центром радио и телевидения, специалисты которого помогут в их решении. В четверг депутаты городского самоуправления собрались на внеочередное заседание Думы. В повестке дня значилось два вопроса. Оказание поддержки инвестиционного проекта по реконструкции участка улицы Академика Графтио и строительство новой улицы, а также взятие кредита на реализацию данных проектов. По большому счету, речь идет о создании новой дорожной инфраструктуры, которая соединит улицу Графтио с главной артерией Микронаругели, улицей Номитню. Общая сумма проекта составляет чуть более 1 миллиона евро. И подрядчик для проведения строительных работ был определен еще в 2022 году. Как отметил руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев, от выполнения подряда он не отказывается. Таким образом, депутаты самоуправления проголосовали за взятие Даугавпилсским самоуправлением кредита в госкассе в размере 1 миллиона 46 тысяч 647 евро.